Дорогі друзі, особливо маленькі, зараз будуть говорити дорослі. І я вас прошу, коли ми молимося, ви теж молитесь. Хорошо? Договорились? Молитесь, поклоняйтесь, ищите Господа. Ну, пожалуйста, постарайтесь не отвлекаться, не играться, потому что в этот момент, когда мы совершаем молитву, мы предстоим пред лицом Божьим. Мы его не видим, но он все видит. Он все знает. Поэтому это очень важно для нас, чтобы мы не мешали друг другу, но чтобы мы вместе могли действительно молиться Господу. Договорились? Илюша, понятно? Илюха, зрозумів? Арсенчик, зрозумів? Добре? Все. Хорошо. Слава Господу, дорогі брати і сестри. Сьогодні вранці буквально прочитала таке місце з Писання. Для мене було відкриттям. Я не пам'ятала, що воно тут написано. У другому посланні святого апостола Іоанна, уперше тут є єдина глава, написано у восьмому вірші. Наблюдайте за собою, щоб вам не потерять того, над чим ми трудились, но щоб отримати повну награду. Таке гарне місце з Писання. Я думаю, не пам'ятаю, що таке було написано. Давно не читала це послання, і почали розмишляти над тим, як це ми можемо наблюдати. От, і смисл приобретає для мене наше служення сьогоднішнє. Я розумію, що через наші зустрічі, через те, що ми збираємося тут, щоб прославити Господа, ми допомагаємо собі, да? Держати, не потеряти те, що, над чим ми трудилися з вами до цих пір. Да? Дуже легко потеряти, дуже легко взяти, строїти, дуже довго дом треба, да? А розрушити його, або спалити, наприклад, це, ну, час, два, три, можна. Приїжджає машина, там, стукнула якимось там, спеціальним, як воно називається, буром чи що. Груші. Да, груші. І нема дома, да? Так же саме ми в своєму житті, ми можемо строїти, можемо старатися, трудитися, да, достигати, отримати спасіння, стільки років там для Господа трудитися, а потім можемо просто десь не поподрствувати, десь чуть-чуть упустити, так сказати, пуститися на самотьок, і воно все потеряється, воно розтеряється дуже швидко. Тому сьогодні я хочу вам нагадати про те, щоб ви наблюдали, да, за собою, наблюдали над тим, щоб не розгубити те, над чим ви трудилися ці роки. І це є великим благословенням, що ми це маємо. І сьогодні саме той час для того, щоб ми ще більше збудовували, щоб ми ще більше трудилися і отримали більшу награду в результаті. Тому давайте ми прославимо Господа. Хай це для нас буде по-особеному приємним временем, да? І хай через це Господь нас укріпляє, ободряє і дає нам сили далі трудитися над тим, що ми робимо. Да? Алілуя. Хвала тобі, Господь Небесний. Я славлю тебе, Боже, за те, що ти сьогодні з нами, що ти, Господь, приходиш на те місце, Боже, де церква твоя зібрана, ти вже поряд, ти вже чекаєш, коли ми звернемося до тебе, коли ми, Господь, почнемо шукати лиця твого, шукати твоєї присутності, Бог Небесний. І я прошу тебе, Господь, нехай зараз твій Дух Святий, він буде на цьому місці. Ми запрошуємо тебе, Господь, ми просимо тебе, будь серед нас. Даруй, Боже, щоб твоя просто любов, вона наповнювала наші серця до збитка. Дай, Господи, щоб не було місця в нашому серці, нічому якось суеті, нічому тому, що не ти туди посадив, не ти туди посіяв. Господи, нехай буде тільки радість, тільки мир. Господи, ми цього потребуємо, Боже. Дай, Господь, щоб зараз цей час він був на збудування нашої віри, був на збудування того, над чим ми трудились до цього, Господь. Нехай ми сьогодні здобудемо щось особливе від тебе. Слово, відкриття, Господи. Нехай це буде те, що буде давати нам сили йти вперед, рухатися за тобою, не зупинятися, Боже, не розслаблятися, але бодрствуй. Хвала тобі, Господь, самогодній. Ми славимо тебе, Боже, ми дякуємо тобі за те, що ти, Боже, покрив наші гріхи, що ти забрав їх на хрест, що ти, Боже, помер за кожного з нас на хресті. Хвала тобі, Бог самогодній. Величаємо тебе, Господь, Господи нашого. Моим покрыл белый.
Господь, не понаслышке, но мы знаем Тебя такого, великого Бога, всемогущего. Хвала Тебе. Будем превозносить Тебя, будем славить Тебя, Господь, всем, что имеем внутри. Как можем, Господь, славить Тебя, потому что да, Ты достоин, Господь. Ты единый, кто достоин нашей хвалы. Ты единый, кто достоин сегодня этого времени, Господь, которое мы посвящаем Тебе, Господь. Ты достоин этой хвалы из нашего сердца, из наших уст. Господь, хвала Тебе, хвала Тебе, превозносим Тебя, величаем Тебя, Господа нашего. Даже есть такая поговорка, Москва не сразу строилась, да? Господь, Бог, Он трудится над душой нашей. Представьте, всю нашу сознательную жизнь враг разрушал нас, когда мы были без Бога. Он навязывал нам свои комплексы, Он делал нас несчастными, других амбициозными. Третьих Он делал какими-то ограниченными. И вот это Он на протяжении всей нашей жизни, Он это пытался нам сделать как бы истиной этой в нашей душе. Вот такими Он хочет нас видеть. А Бог говорит, слушайте, я пришел, чтобы восстановить развалины. Я пришел, чтобы дать тебе свободу, чтобы ты понял, что такое любовь, моя любовь. Нечеловеческое признание. Если мы ищем любви только человеческой и признание человеческого, мы несчастные люди. Слышите? Но нам нужна Божья любовь, Божье признание. Потому что именно только Божья любовь, она способна исцелить нас. Сделать нас, знаете кем? Самими собой. Тем, кто ты есть. Вот кем хочет нас сделать Господь. В той задумке, в том плане, когда Он создавал душу твою, ткал тебя в чреве матери твоей, разве Он тогда имел в планах своих, что ты будешь несчастный, в чем-то, в проблемах каких-то? Нет. Бог тогда в планах уже предназначил для тебя жизнь свою, жизнь благословенную, но враг хитростью, он это все исковеркал, извратил. И теперь Бог, Он реабилитирует, Он восстанавливает нас. Только Его любовь способна это сделать, слышите? Но если я убегаю от этой любви, если я убегаю от этой жизни, как Он может меня восстановить? Поймите, Бог не против нас. Бог за нас. С Ним мы будем намного сильнее, намного мудрее, намного способнее. Потому что Бог говорит, я не оставлю тебя и не покину. Вот такой наш Бог. Не ищите у людей помощи. Ищите прежде всего у Господа помощи. Потому что Он тот, кто не забывает, тот, кто не предает, тот, который твои мечты сделает явью. Бог силен это сделать. Давайте будем доверяться Ему. Будем молиться. Просто молитесь, как вы можете. Знаете, на кону не моя жизнь, это ваша жизнь. Вы распоряжаетесь. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя, Господь. Мы так нуждаемся в Тебе. Мы так нуждаемся, Господи, чтобы жизнь Твоя обновила нас. Мы так нуждаемся, чтобы сила Твоя укрепила нас. Боже, во имя Иисуса Христа, как
враг не пытался разрушить Божий, но произойдет полное обновление и восстановление во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа мы очень нуждаемся в Тебе, Господь. Все ж бессилен. Он не тьмой грозит, но свет сильнее. Ибо мой Господь, победа и увенчан. Мой Бог непобедим. Будем провозглашать эти слова. Аллилуйя. Вооружен мой враг, но все ж бессилен. Он не тьмой грозит, но свет сильнее. Господь победою увенчан, мой Бог непобедим, да мой Бог непобедим. Знаю, меня победа ждет, знаю, меня победа ждет, ведь Господь. Господь эту битву ведет.
Как чудесно знать, что в этом процессе
В этих трудностях, которые мы проходим, мы не одни. Ты рядом, ты стоишь горою за нас. Как много раз ты защищал, как много раз ты отгонял врага. Когда мы были слабы, Боже, ты покрывал. О, множество раз хранил жизни. Мы так благодарны тебе. Но мы доверяемся и готовы прилагать свои усилия, чтобы идти по этому пути дальше. О, славим тебя! Славим тебя, наш Бог! Славим тебя, наш Царь! Доверяем тебе! Спасибо тебе, Боже, что ты с нами, что ты не оставил, что ты не покинул никого из нас. Господь, благодарю тебя. Благодарю тебя, Бог всемогущий.
место пришло из Писания, где написано, Господь, Он есть восстановитель развалин. Как-то в духе вот сейчас вот такое идет, что враг пытался разрушать, но Бог творит новое. Слышите? Бог восстанавливает то, что разрушил враг. И Он не просто лепит то же, что было. Нет. Он строит новое. И основанием для этого строительства есть только Иисус Христос. Бог не воссоздает ту часть нашей падшей человеческой натуры. Нет. Бог творит в нас новое. Свой новый образ. Свою новую жизнь. Дорогие, каждый из нас в планах Божьих, в Божьем проекте мы намного были прекраснее, чем мы думаем о себе. Мы намного мудрее, чем мы думаем о себе. Мы намного добрее, чем мы думаем о себе. Потому что те семена, которые заложил вовнутрь нас Бог, это Его семена, это семена Божьей жизни. Пусть эта жизнь, она развивается в нас. Будем питать эту жизнь. Будем наполняться Господом. Будем, знаете, как то доброе семя поливает живой водой, так и мы будем поливать это слово истины, которое оставил нам Бог. А Бог сказал, любовью вечной возлюбил тебя. Слышите? То во что мы будем верить? Что мы неудачники? Что у нас ничего хорошего не получится в жизни? Что мы отвержены, или мы будем верить в то, что любовью вечной возлюбил нас Бог, то, что Бог приготовил нам будущность и надежду, то, что Бог хочет помочь нам и благословить нас, то, что даже если нам придется проходить испытания трудности, Он нас никогда не бросит. Во что мы будем верить? Чем мы, кого мы будем питать? Божий Дух или нашего старого человека. Давайте будем питать наш Дух Божий. Пусть просто Бог обновляет нас. Пусть Бог творит внутри нас нечто новое и прекрасное. Слышите, Господь в Слове Своем сказал, сердца каменные заберу, дам сердца плотяные. Вот что делает Бог. Это нельзя понять. Но я знаю одно – то, что Он предлагает, это жизнь и благословение. А там, где я находился, это смерть и проклятие. Я хочу выбирать жизнь. Я хочу ходить в Божьем свете. Это не говорит, что будет легко, но это говорит о том, что со мной будет Бог. Он не покинет и не оставит. Но выбор всегда за нами. В моей жизни это мой выбор, который я должен делать. Каждый раз, каждый день, в каждой ситуации. Это мой выбор. Я хочу быть с Господом. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе за эту надежду, которую ты нам даешь. Спасибо тебе, что Бог мой, все небеса, они, Бог мой, на нашей стороне. Потому что ты сотворил нас по образу своему и по подобию своему. И как бы враг не хотел испоганить этот образ, преображая его в свой демонический, ему это не удастся. Потому что мы выбираем быть с Господом. Мы выбираем идти Его путем. Мы хотим, Господи, познать Тебя, служить Тебе. Мы хотим, Боже, чтобы Твоя жизнь, она наполняла нас. Святой Господь, и мы доверяемся Тебе. И мы благодарим Тебя за эту великую честь, которую Ты нам дал, принять жертву Иисуса Христа. Стать на путь правды и истины. Спасибо Тебе. Ты наш Бог. Мы славим Тебя. Мы величаем Тебя. Ты один достоин, Господи, чтобы душа наша непрестанно благодарила Тебя. Ты искупил нас. Спасибо Тебе за это. Царь и Бог.
Все мы такие были, жили без него, не имели.
надежды, не имели будущности. Вот так, пока хватало сил, барахкались со своими проблемами, заботами, где-то изворачивались, где-то как-то пытались выкарабкаться. Но слава Богу, что мы нашли смысл жизни, что мы познали его. Да, мы несовершенны, да, жизнь продолжается, да, еще много стоит, предстоит нам пройти, но Бог с нами. И это не бонус, который, знаете, просто прилагается к нашей жизни. Нет, это и есть смысл нашей жизни. Тот, кто нас сотворил и ради кого Он сотворил. Потому что Он сотворил нас для вечности, чтобы мы были с Ним на небесах. Слава Богу! Я очень благодарен Богу, что Он открылся. Аллилуйя! Спасибо, Господь! Спасибо Тебе, наш Царь! Спасибо, что Ты... Я не знаю, как это назвать, но для нас это чудо и чудес, что Ты открылся нам. Ты открыл нам, Бог мой, свое лицо. Ты дал нам увидеть, ради чего мы созданы на этой земле. Ты дал нам увидеть то, куда мы идем, Господи. Ты дал понять смысл всего происходящего. Боже, потому что человек без цели, человек без смысла, он не может жить. Деградирует, но Ты открыл нам настоящую, неподдельную, истинную цель – небеса, там, где Ты ожидаешь каждого из нас. Спасибо Тебе за это, Боже. Спасибо, что даже в этих житейских делах наших Ты продолжаешь являть Себя, Ты продолжаешь открывать милость Твою, любовь Твою. Мы благодарны за это, Господь. Мы благодарны, что Ты принимаешь нас такие, какие мы есть. И пусть, может быть, мы не так носим образ Твой, как хотелось бы этого, но Ты продолжаешь свою работу над нашими сердцами. И мы доверяемся Тебе, и мы благодарим Тебя, нашего доброго Бога, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Господу. Мы еще касаемся? Да? Радуемся. Это хороший повод радоваться. Знаете, иногда вот накатит на нас эти все заботы, проблемы. И мы забываем, что душа наша искуплена. Мы забываем, что по сравнению с этой жизнью нас ожидает бесконечная вечность. И это правда. Потому что Христос сам первый прошел, чтобы мы знали, ни один из богов, псевдо, ни Будда, ни Кришна, ни какие другие боги, так называемые, они не сделали то, что сделал Христос своей кровью и своей плотью. Слава Господу за это. Будем благодарить Его за это. Живою водой утоли жажду мою, я хочу нырнуть с головой глубокие воды твои, я хочу нырнуть.
Спасибо.